теперь мне похоже вниз. Только быстро, ох! Да, вот тебе и быстро. Не, ну спустилась же. А вот это похоже босс. Да мы его ещё, ох! Да, победить не удалось. И что дальше? Всем привет-привет, друзья! Огонь и вода снова с нами, и это новое приключение в храме стикманов. Мы находимся на первом уровне, и первой начинает водичка. Всем приветик, друзья! Ура! Мы снова на канале выиграли! Ух, интересно, что же нас ждет в новом храме? Я... Все. Теперь очередь огня. Здорово, Ребзя! Ставьте лайк, если рады нас видеть, и погнали уже на второй уровень! Иха! Новый уровень сразу же встречает нас подсказкой. В ней показывается, как двигать каменный блок. Хм, вроде все просто. Спрыгиваем и идем влево. Отлично! Молодчина, водичка! Ой, да ладно тебе, игруля! Тут же ничего сложного! Итак, ключик у меня. Осталось выход найти. Я думаю, что он где-то наверху. Эй, водица, ну куда ты так рванула-то? Мы же должны вместе проходить. Хорошо, давай, жду тебя. Во, другое дело. Теперь я могу отправиться на разведку и золотишко пособирать. Туточки усё, идем выше. О, еще золото. И здесь же у нас выходы. Да уж, уровни, конечно, гигантские. Таких мы за серию миллион штук сможем пройти. Ой, да ладно тебе, Огонёк. Вначале всегда легко. Вот увидишь, чем дальше, тем сложнее будет. Ух, тышка, вижу какой-то магнит впереди. Стопудово он золотишко притягивает. Ну, раз ты ближе к нему, то хватай. Да легко. О, как я и говорил, он притягивает монеточки. Точнее, кристальчики. Ну, в смысле, монеточки в виде кристаллов. Ух ты, а это чё? А это новые костюмы. Вы теперь персонажи Наруто. Вот это класс. Мы теперь ниндзя и пройдем уровень только так. Я смотрю, ты уже дошел до финиша. Только тут не выход, а запертые в клетке стикманы. Чтобы их освободить, нужно два ключа. Один мы принесли. Давай, водичка, неси второй. Уже бегу. Хэтса! Ниндзя-водичка в деле! А значит, братья-стикманы будут освобождены уже через пару секунд. И... супер! Стикманы, король и принцесса освобождены, друзья, и наши герои теперь могут использовать эти костюмы. Вот это неплохо! Го затестим! И начинает у нас снова капелька. И так как прямо передо мной сердечки жизни, мне нравится это начало уровня. А теперь монеточки. Кстати, а зачем ты перепрыгиваешь? Это же вода в ямке. О, точно! Просто привычка. Когда вижу ямку, перепрыгиваю. Так как уровни храма полны разных ловушек, твоя привычка лишней явно не будет. Это точно! Собираем золото магнитом и все. Я на месте. Ты вообще-то возле красного выхода стоишь. Ой, точно! Вот теперь на месте. Опаньки, смотри-ка, игруля, магнит взяла вода, а у меня он тоже есть. Ну правильно, вы же команда, вот вам и дается всего по два. И магниты, и костюмы, и жизни у вас тоже общие. Ясно, понятно. Ух ты, снова я первая? Не, ну так нечестно, пусть Огонёк начинает. О, царская тебе благодарность, водица. За это я сделаю царскую разведку уровня. Воу, а это что за яичко? О, так ведь это же питомец. Его зовут Куриное Крылышко, и он будет добывать нам золото. О, полезный зяблик. Я, кстати, буду его зябликом называть, мне так больше нравится. Ну чё, зяблик, погнали. Что-то он не собирает золото. Так он его по-другому добывает, просто за счет того, что летает рядом. Понял. Теперь очередь капельки проходить.
крылышко. Возле меня тоже куриное крылышко летает. Их тоже получается два. Похоже на то. Видимо, братья-близнецы. Или сестры, или брат и сестра. Кто уж их этих зябликов разберет? Оу, вот это уровень. Выглядит прям серьезно. Ну, по сравнению с прошлыми. Ничего. Сейчас пройдем. Предлагаю для начала взять букву. Не зря же она слева висит в воздухе. А теперь новые костюмы хватай. Не хочу новые. Мне принцесса и король нравятся. Но там же Железный Человек и Капитан Америка. Ну и что? Принцесса и король лучше. Вот вода, вот вредина. Монеточки. Не поняла. Отчего это я на финише оказалась? Потому что прыгнула на поток воздуха, вот он тебя и закинул наверх. Ничего, не переживай, водица. Я золотишко в беде не оставлю, все соберу, особенно с магнитом-то. А теперь полетели! Иха! Крутяк! Яху! Ух, как классно! Я тоже хочу полетать. А уровень проходить? Да успеем, игруля! Уху! И правда классно! Ну ты, я ж говорил! Ладно, хорошего понемножку. Финишируем! Агась, может на следующем уровне еще круче аттракционы будут? Воу! Огонек оказался прав! Здесь и правда новые аттракционы! Батутики! Ща попрыгаем! Только магнитик возьму! А слабо без магнита все монетки собрать, а? Да легко! Вызов принят! Приступим! Опа! Два столбика есть, идем дальше! Осталось чуть-чуть! Иха! Вот и все! И монеточки собраны, и выход найден! Неплохо. Теперь осталось красному Стикману наверх забраться. Да мне тут 3 секунды делов. Но это не потому, что уровень короткий, а потому, что я такой шустрый. Ну-ну. Опаньки, возле меня новые костюмы, значит, начинаю я. А возле воды буква новая, пусть она и начинает. Так, а теперь мне, похоже, вниз. Только быстро, ох! Да, вот тебе и быстро. Спустилась же! Только вот непонятно, куда дальше идти. Похоже, нужно передать очередь красному. Давай, дружище, дуй к выходу. Да легко! Костюмчики только возьму. Это же костюмы Among Us, крутецкие. Вот теперь го! Только куда го? Походу, в ловушке. Друзья, я, кажется, понял, что случилось. Надо было в воде не спрыгивать вниз, а поднять на лифте огонька наверх. Вот дела! И чё теперь? Чё-чё, перезапускаем уровень, других вариантов нет. Итак, капелька, в этот раз просто спусти лифт вниз. Окейушки. Во, давай, красный, дуй на лифт. Готово! Подымай меня, водица! Вот это другое дело! Теперь оба Стикмана наверху, друзья, и мы можем проходить уровень дальше. Туточки перепрыгуем и... вот и выход! Уровень-то коротушка! Ага, был бы, если бы ты не проиграла и в ловушку не угодила. Это случайность. Хотела пройти побыстрее, а получилось наоборот. Где это мы? И почему с мечами? И что это за злой гоблин впереди? Вы оказались на арене. Видимо, чтобы пройти дальше, нужно победить врагов. А без этого никак? Не-а. Да ладно тебе водиться. Мы двое, а он один. Сейчас мы ему быстро наваляем. Давай, игруля. Файт. Вот тебе. Получай зеленый. Еще один враг. И этот чат хватит. И еще. Ничего, всех победим. Такой уже был. Легкотня. Вот это, похоже, босс. Да мы его ща. Победить не удалось.
И что дальше? Ну, как что? Попытка номер два. У нас же еще одна жизнь осталась. Но перед боем нам предлагают сделать апгрейд, то есть усилить вас. А ну-ка. Оп, и у Стикмана встало 15 силы, друзья, вместо 5. О-хо-хо, теперь мы этого орка в бараний рог свернем. В бой! Получай, зубастый! Победа! И за нее нам дали 10 тысяч золота. Пригодится. Итак, босс побежден, 8 уровней пройдено. Предлагаю на этом и закончить на сегодня. Продолжим в следующей серии. Эй, маловато будет. А вот я бы после этих боев передохнула бы. Ну, тогда пока, стикмены. Всем пока-пока, друзья. До встречи в следующей серии. Всем пока, ребята. Ну, покеда, чё. До встречи в следующем видосике. Чё?